Хоть бы один человек вообще. Ни один человек даже не подумал о том, чтобы острую политическую дискуссию, которая весь прошлый год за этим столом присутствовала. Как бы подхватить и поддержать до сентября, пока мы вернемся. Что Жандарев и Берман не могли на себя взвалить бремя рупора гласности? Был расчет, в принципе, на Вяземского, конечно. На Вяземского. Он рубанет он правду мог, матку. Да, да, сказать ареопаги. Ареопаг молчал. Вы смотрите, что творится. Надеялся хотя бы Геннадий Малахов, хотя бы, ну как-нибудь через чеснок там намекнет про вертикаль власти. Ничего не ничего. Сказать. А Якубович, что тяжело было сказать, Елена Михайловна из Мурманска, крутите барабан борьбы с коррупцией. Ну так вставить. Откройте чуть-чуть букву законов в слове параллелепипед. Да. Молчит Якубович. Ваня, ты же выходил в эфире. Ты же мог в смаке сколько всего у тебя была лазейка реально через смак что-нибудь как рубануть. Да. Труханул один. Мог сказать, идет в стране борьба с коррупцией. Хрен, положим его в майонез. Почему ты не сказал? Кто у тебя был в гостях в смаке? Буйнов. Что, сложно было с Буйновым что-то сказать? Они готовили острова. Новые очки. Не волнуйтесь, тетя, дядя на работе, а не где-нибудь в крестах. Подчеркивая борьбу со взяточничеством. Все молчали, но мы молчать не будем. Мы вернулись. Давайте поздравим, да, нашу сборную с великой победой. Две победы! Россия вперед! Две победы! Две победы! Две победы! Два матча! Наконец-то эти суммы сошлись. Да. Шесть голов. Шесть голов. Адреналин просто выливается через Гжей. Там один человек играет. В общем, ребята, молодцы. Осталось... И если до матча с Уэльсом еще было еще... непонятно, попадем ли мы в финальную часть чемпионата мира, то теперь как бы тоже непонятно, но уже как бы радостно. Менее непонятно. Да, да не, мы не очень... немцев порвем, нам что, привыкать, что ли? Это другая игра, Сереж. В плане боевого духа я с Сережей согласен. Ребята, вперед! Вся страна держит за вас кулаки. Мы верим в победу России. Держим кулаки, все, кроме учителя труда в этом. У которого нет кулака, ты имеешь? Да, у которого этот. Ух ты! И все. Ребята, у вас завтра урок буду вести не я. И ты имеешь в виду на фризе? На фризе вот это. На фризе. На фризере изображал пианино, оно заработало. Ребята, за лето произошло очень много событий, но не они привлекли наше внимание, а осенние. Засентябрило в газетах. 1 сентября 2009 года вышла газета «Ведомости». Ничего не подозревающие люди купили ее. Она уже платная, да? Да. И на странице без номера прочитали следующую информацию. Депутат «Единорос» Анатолий Все. Иванов инициировал поправку в закон о статусе парламентариев. Выйдя на пенсию, парламентарии будут лечиться и отдыхать за государственный счет пожизненно. Класс! Ну, это может быть связано с тем, что Анатолий Иванов на днях исполняется 60. Сейчас им полагается... страховка и лечение только в том случае, если они серьезно подорвали свое здоровье, находясь в статусе депутата и на работе депутата, да, в Государственной вот Думе. Здесь важно понимать, что вообще работа в Государственной Думе – это работа очень опасная для здоровья. Да это вообще... Представьте себе, человек сидит на заседании Государственной Думы, человек. Долго сидит, заснул. Шея затекла, все, он не может голову повернуть. Все. Это травма, Саша, ему я тебе ущерб. Больше, когда человек долго сидит, уже могут появиться заболевания. И к шее, имеющие самое последнее отношение. Тяжелая работа у депутата. Так что ты поворачивайся к нам иногда. Масса ситуаций, которые могут быть. Например, предположим, да, поехал депутат по своим депутатским делам. Едет депутат на бешеной скорости, с мигалкой, например, открыл... В пробке. Едет... На бешеной скорости, в пробке. 180 километров, в пробке. Стоит Москва, он едет. Он едет, высунулся, чтобы посмотреть, из-за чего пробка. Ага. Высунулся из окна, скорость большая, продуло. Ага. Мигалка громко работает, ухо одно, не слышит. Ущерб на работе? Ущерб на работе. Муха в глаз попала, глаз покраснел. Давайте вспомним, я могу привести пример, наверное, тоже очень распространенный. Выездная сессия.
Так. Депутаты работают в регионах. И депутат буквально на одну секунду из бани выбежал, просто нырнуть. Прервав заседание. Просто говорит, ребята, не останавливайтесь здесь, работайте. Ребята, девчонки, не останавливайтесь. Ребята, девчонки, работайте. Выбежал на секунду, нырнул, кто же знал, что там карбюратор утопили люди от КамАЗа. Работаете? Депутат после этого нет. Да. Вы знаете, еще есть такой момент, что вообще, в принципе, когда ты работаешь депутатом в Государственной Думе, ты же являешься... Слугой народа. Слугой народа. Слуга. Слушайте, это вот. Страшная психическая травма. И это психологическая травма. Это психологическая травма, она страшнее, чем физическая. Я знаю, я психоаналитик. Подсознание депутата всегда держит в себе информацию, что я народный слуга. И это подсознание, оно всегда давит на сознание, из-за чего у некоторых депутатов нет сознания. Еще проблема в том, что у депутатов услуг народа, так же, как и во время крепостного права в России, у них это наследственное. Депутатом ты сейчас, у тебя сын, видимо, будет депутат, и внук. Это тяжелая юдоль. Да. Многие депутаты хотят разорвать этот замкнутый круг. Пойти работать водителем газелей, продавать в пробке фиалки. Не получается. Мандат тянет обратно на охотный ряд. Не надо забывать, что депутаты прежде всего люди. И им не чуждо ничего человеческое. Сидит депутат 5-6 часов на заседании, а человеку надо выйти. Я не буду бояться этого слова. Water closet. Был же случай, Ваня, когда человек уже не выдержал, на 6-м часу заседания выбежал, фракция подумала, что он демонстративно покидает. Знак протеста. Знак протеста. И вся фракция за ним выбежала. И в знак протеста стояла туда, куда он выбегал, да. Вся фракция. Охота бывает, просто депутату выбежит куда-то. И, наверное, не случайно. Улица называется «Охотный ряд». Я считаю, что действительно работа депутата невероятно опасна. И, безусловно, пожизненное лечение, да. И льготы, отдых, льготы. Вань, я более того скажу. Я предлагаю, чтобы Госдума приняла закон об увеличении продолжительности жизни депутатов до, допустим, 300 лет. Это «Единая Россия». А если мы берем... ЛДПР 200. 200. И плакат «Терпим». 200 терпим. Справедливая Россия 100. Это несправедливо. Ну хорошо, 150. 150 лет. 150 лет. Вы, наверное, все прекрасно знаете одну из главных новостей последних дней. Новшество в ГИБДД. ГАИшникам официально разрешили устраивать засады в кустах. Вот у нас есть прекрасная фотография, где Петр и Женя. С 1 сентября... Женя звонит Петру и удивляется, почему Петр не берет трубку. Петр, а ну что него, ж ты не а подойдешь? У него еще только... У него первая мобила. Нет, у него фен. У Петра фен. А-35 у него вот это. Кстати, звонит, чтобы узнать, где фен. Петр, где фен? Ты не брал фен? Итак, теперь можно будет следить за дорогой, спрятавшись в кустах... Или в автомобиле, без милицейской раскраски. Значит, им легализовали кустарный промысел. Да, да. Ну, я просто вот физически не представляю. Они сейчас реально будут в кустах, что ли, сидеть? По всей стране в кустах. Ты куда в кусты не прибеги. Ой, извини, тут занят уже. Я. С феном. Раз уж гаишника можно прятаться в кустах, а где прятаться проституткам? Я не знаю, меня одного это беспокоит. Нас еще так не боятся проституток. Просто я переживаю. Это как тебя видят, так вкусные сразу. Итак, теперь инспектор должен обращаться с документами аккуратно. Не делать в них каких-либо отметок. То есть, когда ты подаешь права, и тебя часто возвращают там усы нарисованные, сигарета. Отметки. Этого уже не будет. Не, у меня было много раз случаев, когда я давал права и говорю, ну и что ж мы так быстро едем? Бывало, да? Теперь уже нельзя этого делать. А сколько со мной было случаев, когда я даю права, он заглядывает и говорит, так, выходите из машины. Сколько таких случаев было? Вот, теперь, друзья, инспектор... Я имел в виду права человека. Я понимаю, да. Ты всегда их с собой возишь, я знаю. Права человека, Хельсинский договор, Венская конвенция. Не помогает, правда? Все-таки надо регистрацию. Все-таки регистрацию. Даже рубашку в жель надел.
У меня дома такой чайник, кстати, есть. С таким же носом, наверное. Носом с таким же рисунком. Главное в чайнике заварка, друзья. Черная, да, я так понимаю. Вот такая. Black tea, да. Дальше. Если в документы были вложены деньги или другие ценные бумаги... Случайно. Это действительно случай, который редкий, но все случаи пытаются рассмотреть. Да. Ну, мало ли, бывает по Какой-то ошибке... Какой-то дурак положил себе между техпаспортными правами 1000 рублей. Такое случается. Люди прячут по-прежнему, несмотря на то, что есть банки, есть вклады быстрые. Все равно люди по-прежнему прячут деньги в документах, в правах. Да. Если в документы вложены деньги и другие ценные бумаги, инспектор должен вернуть документ и предложить водителю вернуть документы уже без денег и ценных бумаг. Вот, то есть ты даешь, ну, к примеру, случайно, инспектор говорит, о, 1000 рублей, очень хорошо. Заберите, пожалуйста, 1000 рублей, и мне без 1000 рублей верните. А если еще раз водитель вернул, второй раз, еще раз. Еще раз настойчивость деньгами. Вот, если еще раз, то, наверное, еще раз и снова посмотрел на 1000 рублей, ну, чуть дольше, секунды на 3. Уже узнал город, который там изображал. Но название не прочитал. Просто узнал город. Второй раз. Второй вернул. А если третий раз? А вот если третий раз? Согласно милицейской легенде, если третий раз отказались от денег, то деньги ничьи. А если не деньги, а ценные бумаги оказались? Ну, бывают случаи, да, когда останавливают водителя, особенно в центре Москвы, и между техпаспортом и страховкой контрольный пакет акций Норильского Никеля. Разрешите. Узнают, все узнают. Это ж мне 2 года работать. Это ж мне 200... На Остоженке. А если на третье транспортное на съезд на Хорошовку, где тополем прикрыт знак, то неделю. Неделю. А если уже разрешили прятаться в кустах, то вообще контрольный пакет акций Норникеля. Выходите из машины! Прекрасно. Слушай, давайте к следующему. А если предлагают что, Ваня? Ну, например, торт, гвоздики. Билеты на концерт. Вложили в права торт. Билеты на концерт Горана Бреговича. Билеты на концерт Ранеток. Ну, например. Я думаю, что вот так. Билеты на концерт Ранеток взяткой не считаются, потому что прекрасное должно быть доступно всем. Спасибо. Теперь очень важное... Ты думаешь, СТС перечислит мне деньги за рекламу? Думаю, я-то не ГИБДДшник, я могу уже брать. Перечислил. Уже перечислил. До того. Да. На всякий случай за... Да, 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 да. Ты молодец, я всегда говорю. Да, понял, вот так вот. Ребят, давайте продолжим, ведь мы счастливы вместе. Саша в старом сезоне. Это деньги ТНТ пошли уже, видишь? Да, ребятушки. Мы в одной стране, наша, Раша. Своё рекламе. А я просто, ребят, пока вы тут спорите, чай попью. Еще правила какие-нибудь есть? Вы знаете, что гаишники теперь могут при задержании все снимать на камеру. Важно то, что снимать может не только гаишник, но и тот, кого остановили для проверки документов. А он документов. Тоже может уже да. снимать? Да. да! Ванька, это то шанс есть, для нас. Ребята! С двух сторон телефон. То есть ГИБДДшник останавливает машину и говорит, сейчас ничего не говорите, я свет поправлю. Ребята, грим ставьте свет. Поправлю, да. Свет, поправлю, хорошо. Грим. Ребята, светодиодники восьмую прибавили. Работаем! Это жена звонит ГИБДДшнику, он говорит, не могу говорить, я на съемках. Нет, я думаю, просто смешно интересно, если в интернете появится ролик. Привет, я лейтенант Петров. Нет, это сам себе режиссер. Ну-ка, расскажи. Это, привет, меня зовут лейтенант Петров. Я инспектор Петров. Я остановил машину заместителя министра МВД. А тебе слабо? Ты неправильно говоришь. Такой... Я бывший лейтенант Петров. Вы неправильно говорите. Это первая градская больница. Привет. Я лейтенант Петров. Я сейчас не могу говорить. Да, такой человек. Мне делают операцию. Я остановил машину. Да. И у этих роликов будет, я думаю, очень много просмотров. А представляете, друзья, да, если кто-нибудь из инспекторов ГАИ остановит машину Никиты Михалкова. Вот найдет коса на камеру. 3 недели бесперерывных ночных съемок. Массовка. Меньшиков. Танки. Эта новость пришла 2 сентября. Да. А днем раньше, 1 сентября, вступил в силу приказ Министерства образования и науки об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. В итоге, если раньше мы говорили «брачующиеся», то сейчас нужно говорить «брачащиеся».
Саш, я не так, ты... не так не говорил до этого. Ну, ты как? Я просто говорю, смотри, женятся. Ты... Да, давайте разберемся. Брачующиеся, брачащиеся. Да, теперь так можно и так, если и так. Если людей больше двух. И играет музыка. Теперь можно и так, и так. То есть пословица может звучать так. Милые брачатся, только дотешутся. Так тоже можно сейчас. Да, да. Йогурт, например. Мы все же говорим йогурт. Я не знаю, кто перестанет так говорить. А как? Но правильно говорить йогурт. Пиццерия, пиццерия. Пиццерия? Да, можно говорить пиццерия, можно пиццерия. РЖД, РЖД. Кофе может быть оно. Нет, слава богу, ребята, ядрёна мать не тронули. Да, ну и офшор с одной буквой F, например, тоже годится. Так офшор... я правильно в сочинении писал в детстве. Как, ну... я провел лето, да? Да. Вот в аттестате какая-то нелепая тройка по русскому языку может свернуть жизнь человека вообще в другую сторону. Тебе об этом и говорю, да. Человек может не поступить после этой тройки в институт, пойти в ПТУ. ПТУ его выбросили, пошел на судостроительный завод. Оттуда компания. Запухал. Компания, запухал, все, женился на Лолите. Потом... И по наклонной туда. Ну мало ли людей. Знаешь, какое-то ощущение, если честно, да. Что сын министра образования сдавал ЕГЭ и сделал ошибки в словах. Именно в этих. И папа пришел на помощь. Вот таким странным способом. И быстрым, и эффективным. В общем, спасибо министру науки и образования Фурсенко или Фурсенко? А Фурсенко. Теперь можно и так, и так. Давайте лучше мы расскажем о том, что было летом. Значит, казино теперь в России закрыто. Благодаря тому, что казино закрыли, я хоть дочери кофту купил. Ну, не новую, конечно, но... Новым начальником ГУВД Москвы назначен генерал-майор Владимир Колокольцев. Еще будучи майором, он засветился в известном фильме «На углу у патриарших». Ух ты. Кино снималось именно в отделении Колокольцева. Ух ты. Один раз даже снялся в эпизоде. То есть творческий человек. Творческий. Кроме того, он, как сообщают, никогда не повышает голос, тем более не позволяет нецензурной брани. Вне работы генерала характеризуют как весьма общительного человека с неординарными для милиционера хобби. По вечерам он в байкерском снаряжении любит с ветерком погонять на чоппере. Кроме того, он пишет картины, в связи с чем известен в богемной среде. Ну, иногда собираются, когда, знаешь, участковые экспрессионисты. ГИБДДшники соцреалисты. Они другими и не бывают. Они социальные и реальные. Да. Могучая кучка прапорщиков. Да. Передвижники-эвакуаторщики. Я бы даже отметил. ОМОНовцы-кубисты. Да. Сказал. Вот они собираются и говорят, ну... За Колокольцева. У него начался розовый период. Мазки пошли уже другие. За новый период в творчестве. Колокольцева. Да, а ведь у него, как у творческого человека, явно в кабинете висит портрет Рашида Нургалиева, работы Василия Кандинского. А рядом висит фоторобот Кандинского, работы Нургалиева. Да. Ребят, во-первых, меня радует тот факт, что такой человек существует вообще. Вы представляете, как хорошо иметь дело с человеком, который рисует, ездит на чоппере, разбирается в искусстве, снимался в кино. Супермен. Супермен. Да. Перечень удивительных людей, кстати, этот человек с положительной стороны только себя характеризует. А вот человек, который непонятно с какой стороны его характеризовать. Семеня. Девица или мужик, пишет газета «Известия». У всех на устах имя бегуни из ЮАР по имени Кастер Семеня. Я думаю, что у меня сегодня все утро на устах. Вот оно что. Кастер Семеня – это момент из жизни Одессы. И тут Кастер Семеня подходит к рыболовецкой шхуне. Над загадкой чемпионки мира в беге на 800 метров ломают головы не только ее соперницы, которых она сталкивает с дистанции. Специальной медицинской комиссии поручено установить, не является ли эта женщина юношей. Сомнения... Для этого создана специальная медицинская комиссия. Комиссия, конечно. Поставил так сложно. Они не знают простых тестов определять половой принадлежность. Во-первых, правильно. Подожди, серьезно говоришь? Не могут ученые определить пол этого... И... Вот, не слово «кофе» должно быть среднего рода, а вот это вот должно быть. Чиновников настолько озадачило мужское телосложение спортсменки. А давайте мы посмотрим внимательно на... Нет, вот посмотрите. Вот обратите внимание на фотографию. Смотрите, фотография за секунду до почесывания.
Когда возникли сомнения? Наверное, не только после того, как... Не, возникли, во-первых, сомнения тогда, когда спортсменкам сказали на старт, все нагнулись, а этот начал... Сомнения возникли, когда ее увидели... Значит, важная информация. Заключается она в следующем. Что пока ученые не сказали, мы называем это женщиной. Вань, я всегда так и делаю. Перед тем, как убедиться, мужчина это или женщина, я звоню ученым. А ты не ставь себя в эти ситуации. Не ходи по таким клубам. Местный журнал опубликовал фотосессию, где усилиями виртуозов объектива и макияжа Кастер постарались придать женственный облик. Умею, вот, друзья, я думаю, что все сомнения по поводу женщины или мужчина Кастер развеет эту фотографию. Очевидно. То, что она в платье, вообще не доказывает. Че, любой человек хоть раз в жизни мерил женское платье перед зеркалом. Я думаю, это как наоборот сблизит. В общем, друзья... Новость про Каху Каладзе. Я бы назвал эту статью «Крах Кахи». Значит, Италия играла с Грузией. В Грузии. Футбол. Проиграли 0-2. Оба мяча забил матчи капитан грузинской сборной Каха Каладзе. Который вот уже 8 лет. И тут небольшое подозрение у тренера началось. Выступает за итальянский Милан. Ты не сказал, что он себе в ворота забил, Вань. Забил себе автогол. Да. Проиграли. Два автогола. Но этот случай не идет ни в какое сравнение с защитником ярославского Шинника, который забил два автогола в свои ворота с пенальти. А тренер грузинский начал уже подозревать, когда Каха стал петь итальянский гимн перед началом матча. Перед началом матча. Подпевать, да. После... того, как произошло это чудовищное событие, Каха, конечно, ну, это естественно, друзья, это, конечно, неловкость футболиста. Он извинился перед грузинскими болельщиками, сказав... Скузи, сеньори. Скузи, сеньори. Questo è странно инциденто. Ничего страшного, что я играю за Италию. Типа, Саакашвили же за американцев играет. Так, Сережа прав. Назовем это так. Мы рупор гласности. Ведь этим летом сатира захлебнулась. Или же ты вынужден остановку корабля «Аншлаг» на Волге. Когда это пробоина была? Когда, да. Давайте постановимся и посмотрим Саратов. Давайте Ещенко дыру залепим. Вот это. Короче. Да. Винокуром ты это имеешь? Что? Что он рассказывает? Да вы что? Вань, от любой информации доходит... Ребят, захлебнулась сатира, но не пошлость. Владислав Ткачев не прочь расслабиться без отрыва от производства. Пьяный шахматист лечил водкой. Депрессию. Инцидент произошел на шахматном турнире в Калькутте. Выступающий ныне за Францию, бывший москвич... Владислав Ткачев, смотри, его лишили и гражданства, и прописки. И пришел на очередной матч пьяным и заснул на 12-м ходу партии против местного шахматиста с подходящей фамилией Кумар. В форме коня, вот так он. Ткачев проспал отпущенное ему по регламенту на партию время. Очень странно, что его никто не пытался разбудить. Кумар в это время играл? Играл. Кумар все сделал. Кумар все сделал, чтобы Ткачев не проснулся. Тихо играл. Ложкой снег мешает. Кумар с марсельским акцентом. И раз, идет большая. Ладью так, опа. Да он ничего не убирал. Спит человек. Человек спит. Во-первых, убирать ничего не нужно. Во-первых, спал он вот так на фигурах. Да. И когда проснулся, прилип ферзь. Как они поняли, что вообще он пьян? Сначала же люди думали, просто уставший шахмат. Когда конечно, взял сначала керы... думали, человека просто тошнит. От шахмат. Потом, когда он встал, взял ферзя и сказал, за милых дам. Я поднимаю этот тост. Поднимаю эту ладью. Нет, более это ладно, но он после того, как этот человек выпил ферзя, вот это было самое главное. Запустил ладьей. До дна. Да. И начал дразнить слона. Находчивый французский гроссмейстер Ле Кумар. Он не французский, он местный, он из Калькутты.
А это все меняет. Француз Ткачев. А француз Ткачев? Ткачев заснул. Ткачев заснул в Калькутте. Играя за Францию. И правильно сделал. Это патриотичный поступок. Мы так будем засылать всех шахматистов в сборные мира, чтобы они там засыпали. Чтобы они там просыпались. Пили, да. Ловили себя на допинге. Сами, блядь, вот. Вот есть маленькая новость. На АвтоВАЗе поймали банду, которая воровала запчасти через канализацию. Ну, это понятно. Наконец-то канализация по назначению используется. Что через канализацию? Где производили, там и воровали, ты имеешь в виду? Нет, имеется в виду, что эти запчасти не тонут. Нет, дело тоже перепутали конвейер и канализацию. Потому что и выглядит так же, и запах, и все. А потом уже, говорит, украли. Чем можно подытожить это все? Ребят, прошло лето. Три прекрасных солнечных месяца. Июнь, июль и август промчались золотой колесницей по нашему настроению. Вспомним же те минуты, которые подарило нам лето, и споем песню. Песню, которая посвящается бабьему лету. Поехали! E is even more than anyone can you adore for. Der dritte Oktober ist der Würdigertag. In die deutsche Geschichte und so dieses Tag. Schöne Kinderprovasse, le bagage masse. Je te sertan du conquérir Paris. С. Сегодня я закоханий. А вчора був я трохи злий. Л. Люблю я тебе, і мені так треба. О, ох, як я люди сало це люблю, не можу. Love was made for me and you. Love.